если вы, дорогие мои, тоже ничего не поняли, значит, вы не учили английский язык вместе с Хрюшей и Степашкой. А зря, уже не первый год на телевидении есть такая программа «Английский для малышей». А я его не один учил, я его вместе с телезрителями. Хрюша ведь он. Ой, прости, Каркуша. И ты, Степашка, он ведь везде первый. А я еще знаю двоих, Хрюша. А кто это? Они победители детского Евровидения 2006 года. Реально?